В следующем году минимальный размер оплаты труда вырастет на 850 рублей и составит 12 130 рублей. Соответствующее решение заложено в проект бюджета, сообщает «Российская газета». МРОТ устанавливается ежегодно в размере 100% от прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года. В 2020 году размер материнского капитала превысит 466 тысяч рублей. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства, где обсуждался проект бюджета России. Для этого в федеральном бюджете зарезервировано 316 миллиардов рублей. Устюжане стали лауреатами третьего межрегионального конкурса сочинений «Я гражданин России» в категории 7-8 классы. Лауреатом стала учащаяся гимназии Софья Фоллингер. Отдельные эксперты отметили достижения Данила Вологжанинова из средней школы номер 1. Один из лауреатов прошлогоднего конкурса одержал победу в группе 9-10 классы по Вологодской области. У него на 11 баллов больше, чем у ближайшего соперника. Участница цирковой студии «Романтики. Город Красавино» Ирина Арсланова стала лауреатом первой степени международного фестиваля-конкурса «Золотое сечение». Он прошел в Государственном училище циркового и эстрадного искусства в Москве. Ирина Арсланова представила номер «Рождение бабочки» и покорила жюри своим выступлением. Великий Устюг вошел в десятку самых популярных новогодних городов. Рейтинг составило аналитическое агентство «Турстат» на основании уже поданных заявок на бронь. Самым популярным направлением оказалась Ялта. Второе место занял Сочи, а третье – Севастополь. Также в пятерку вошли Петрозаводск и Суздаль. Кроме того, в десятке помимо Великого Устюга оказались Санкт-Петербург, Одинцово, Казань и Кантопога.